Здравствуйте! Как шутят наши соседи, культурный человек тот, который способен показать дорогу, не вынимая рук из карманов. Вот об этом или почти об этом сегодня у соседей в День работника культуры. Программу проведем мы, Анатолий Акулов и Альбина Ловецкая. Добрый вечер! А в гостях у нас художественный руководитель Новгородской областной филармонии Юлия Балашова и художественный руководитель и дирижер Оркестра русских народных инструментов имени Бабанова Виталий Беляев. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Соседи, спешу напомнить, что у нас прямой эфир. И телефон прямого эфира 67 97 67. Присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, во-первых, с праздником. С Днем работника культуры. Поздравляем. А также в этом году оркестру исполняется 20 лет. Как планируете отмечать круглую дату? Ну, отмечаем мы, как всегда, с большим размахом. Целый год у нас различные мероприятия, это концертные выступления. И, конечно же, будет концерт, посвященный этой дате, юбилейный концерт в филармонии. Об этом мероприятии мы чуть дальше расскажем более подробно. Я знаю, что в эфир программы «Соседи» вы всегда приходите не с пустыми руками. Рассказывайте, что принесли в этот раз. Обязательно уже традиционно подготовлены пригласительные билеты именно на юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов, который состоится 3 апреля. Поэтому за лучший, конечно, приятный для нас и всем понравившийся вопрос. Билеты ожидают в кассе филармонии. Соседи, вам замечательный стимул дозвониться сегодня в нашу программу по телефону прямого эфира 67 97 67 и задать вопрос нашим гостям. Приз – билеты на концерт филармонии. У вас весьма разноплановый репертуар, и это сразу заметно. Как вам удается, будучи оркестром русских народных инструментов, специализация достаточно узкая, постоянно расширять свой репертуар? Расскажите немного. Ну, это интересно, я думаю, что в первую очередь, каждый музыкант, он стремится к какому-то движению вперед, и, как говорится, ничто не стоит на месте. Мы в рамках каких-то мировых тенденций, современной музыки, стараемся тоже идти в ногу со временем и исполняем различные переложения для оркестра, как, может быть, для симфонических даже оркестров, так авторские произведения современных композиторов. То есть, ну да, обширный репертуар. А предпочтения зрителей играют какую-то роль? Конечно, мы всегда ориентируемся на то, чтобы зритель получал удовольствие от нашего исполнения, от взаимодействия со зрителем. И, конечно же, формируем наш репертуар в этой связи. А современные исполнители – это кто? Современные авторы – это кто? Ну, даже мы очень много играем музыки, допустим, из кинофильмов. Да, то есть музыка кино – это вообще тоже востребовано. Она узнаваемая, ее очень любят. И вокальные произведения наши солисты исполняют, и инструментальные. Поэтому, ну, в основном очень много же советских авторов. Вот буквально осенью мы были участниками Всероссийского фестиваля, посвященного 90-летию Андрея Петрова. Но тоже, в принципе, современный считается композитор. Мы провели 3 программы очень хороших. «Осенний марафон» называли, где мы показали весь спектр вот из всех его фильмов художественных, которым он писал. И поэтому вот такая музыка у нас исполняемая и очень востребована у нашего дорогого слушателя. А Александру Николаевну Пахмутову? Да, знаете? Обязательно. Конечно. Это классика, наверное. Да, это, ну, даже уже классика, теперь, да. Да. За время существования оркестра вам приходилось работать с разными исполнителями. У меня такой вопрос. Можете ли вы особенно кого-то выделить? Ну, особенно, конечно, наверное, не будем выделять. Для нас все исполнители – это прежде всего творческие люди, с которыми и мы работаем, они с нами работают, создаем вот эти вот, так сказать, шедевры музыкального искусства. Ну, различные. А давайте назовем имена. Расскажите поподробнее нам о них. Очень разножанровые у нас тоже исполнители. Это не обязательно только вокалисты, но у нас очень любят, когда все-таки с оркестром русских народных инструментов поют и мужчины, и женщины. Есть уже любимчики у нашей публики, например, Владислав Косарев, который уже 6 программ
с нами сделал. И даже уже у нас определенный день есть, когда он выступает. 8 января всегда его концерты его ждут. Мы даже уже не договариваясь знаем, что новая программа будет представлена. И мы стараемся всегда нашему зрителю открыть новые имена. Может, для именно новгородского зрителя. Они популярны, известны в нашем кругу именно ну, народного исполнительства. Мы привозили и очень подружились сюда на наши концерты, например, Михаила Тоцкого. Это баянист, ну, очень... Откуда привозили? Петрозаводск. Ну, не привозили сам, конечно, да, к нам. Другие города. Мы делали с ним, да, программу. Очень интересная программа. Он вообще тоже и дирижер оркестра «Онега», коллега наш. То есть, и он еще и исполнитель. Помимо баяна, он, это, наверное, впервые вот с нами звучал бандонеон. Тоже интересный такой для нас был проект. Это обогащает наш репертуар. Они не просто приезжают, они привозят свои инструментовки, свои аранжировки. Это всегда очень интересно. О тандемах вы еще расскажете. Соседи присоединяются к нашей беседе. 67-97-67. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лариса Васильевна. Ваш вопрос. Слушаем вас. Я очень люблю ходить в филармонию, но я пенсионерка для начала. Вот. Я вот последний раз я была на той неделе на концерте Национальной гвардии России. У меня куплен билет на 28-е на симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории. Очень хочется попасть 27-го на балет, участвовать. Пытаюсь участвовать в розыгрыше ВКонтакте, но сомневаюсь, что повезет мне. Очень хочу сходить на концерт, на юбилейный концерт Оркестра народных инструментов, но финансовые возможности пенсионера не всегда позволяют. Вот. А не так давно я стала еще инвалидом по заболеванию, поэтому вопрос у меня такой. Какие есть льготы на билеты в филармонию для инвалидов? Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо. Для у нас предусмотрены льготные билеты, особенно это касается выступления наших творческих базовых коллективов Оркестра русских народных инструментов и Камерного оркестра филармонии. То есть вы вполне, особенно на наш концерт юбилейный, можете подойти в кассу и приобрести билет при предъявлении удостоверения или пенсионного, или по инвалидности и за 50% льготной стоимости приобрести билет на концерты наших творческих коллективов. Это у нас предусмотрено. Также предусмотрены еще у нас льготы также на наши именно концерты базовых коллективов по карте «Профсоюзный плюс». Так что тоже, которая есть, кстати, у многих. Да, приходите. Маленькое уточнение. Наши творческие коллективы. Это где-то указывается в афише, что это новгородский творческий коллектив? Наш зритель прекрасно знает, что у нас два коллектива на базе филармонии работают. Сегодня в нашу программу мы специально не стали включать видео с ваших концертных выступлений, потому что очень хочется, чтобы зрители нашей программы «Соседи» пришли и увидели вживую выступление. Однако есть исключение. Вот мимо этого номера мы не смогли пройти. Романс «Разлука» в разгар карантина прозвучал в поддержку врачей. Давайте посмотрим, как это было. Дорогие друзья, сейчас, когда люди во всем мире подвергаются страшной опасности заражения вирусом, который еще не научились лечить, мы все видим, как самоотверженно, с постоянным риском заражения, поистине героически трудятся наши врачи. Очень хочется, чтобы их труды были по достоинству оценены нашими властями. Мы, артисты Новгородской областной филармонии, выражаем свою благодарность и признательность всем тем, кто давал клятву Гиппократа и с честью несет почетное звание врача. И глянет мгла из всех болот и всех теснин, засвистит веселый кнут над пегой порою, и запоешь свою тоску, летя во тьму один, а я одна заплачу песню старую. Разлука вот
вечный враг российских грез. Разлука, вот полночный тать счастливой подачи, и лишь земля из-под колес, и не расслышать из-за гроз ни ваших шпаг, ни наших слез, ни слов о помощи. Очень важное видео, на самом деле. Очень большая работа проделана. Как появилась идея? У кого появилась идея данного произведения, ну, видео? В этом видео как раз участвует наша солистка оркестра. Ну, и очень Любовь Бакуха, солистка нашей филармонии. Много лет она сотрудничает тоже. Много программ сделано с нашим оркестром. Это одно из ее любимых вокальных произведений. И у ребят, конечно, когда думали, выбирали, решили, что вот записать, оно камерно прозвучит хорошо. Потому что не все произведения можно записать таким вот малым составом. Всем оркестрам, конечно, в пандемию было намного сложнее собраться и продумать это все. И поэтому вот решили... Продумали, сделали свою немножечко оркестровку, и поэтому решили именно взять «Разлуку». Еще немного о сотрудничестве поговорим. Расскажите о лицах, которые здесь представлены, о голосах, с которыми вы сотрудничаете. Ну вот, я думаю, что интересно будет рассказать о нашем творческом тандеме с солисткой Национального оркестра имени Осипова, город Москва, Любовь Муравьева. Это исполнительница на гуслях звончатых, и с ней нас связывает такая уже, на мой взгляд, тоже давняя творческая дружба. 15 лет мы делаем совместные какие-то мероприятия, мы даже в области в нашей выводили, да, исполняли концерты. То есть, ну, мне хотелось как-то немножечко представить вот это вот исполнение на гуслях в Новгороде. Наша традиция, традиция. Это садко, да. Гусли. А как-то мы немножечко, ну, это чуть-чуть где-то, может быть, потеряли. У нас больше развит классы домры, балалайки, баяна. Вот. И нам, я думаю, удалось провести несколько концертов. И было это очень насыщенно, творчески, очень на высоком уровне. А сейчас в юбилейном концерте гусли прозвучат? Нет, у нас в юбилейном концерте мы не приглашали именно тех солистов, которые из других регионов, из других городов, но сейчас как бы и не очень такая хорошая ситуация для выездов. Мы решили показать своих солистов. У нас наши. Есть свои, да, в оркестре выращены, честно, да, но не менее, да. Интересно. Но все равно будут те неработающие в филармонии приглашенные специальные гости, которые порадуют нашего зрителя. Это любимый всеми ансамбль «Сорока», Денис Яковлев. У нас очень большой такой творческий тандем сложился с хореографическими коллективами. Это танцевально-спортивные клубы «Лидер» и «Променад». То есть бальные танцы будут, да, на сцене. Это красота. Так что будет концерт настолько разноплановый и разнообразный. А соседи хотят на концерт. 67 97 67. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Ваш вопрос. Конечно, на концерт очень хочется, но еще больше хочется на Open Air попасть. Как в этом году? Уже есть расписание какое-то? Спасибо, Марина, за вопрос. На открытом воздухе выступить. Обязательно. Это уже не первый год, это уже будет пятый год традиционно. Мы будем проводить Open Air. И в прошлом году как раз мы расширили, если мы всегда проводили только два в июне и два в августе Open Air, ну, программы вот эти на открытом воздухе, то в этом году мы будем, наверное, два раза в месяц по два концерта делать, чтобы познакомить с нашим творчеством. Да, концерты, и нам нравится такая форма работы со слушателем. И мы есть возможность познакомить и туристов с тем, что да. есть такой да, замечательный коллектив. Ну, это всегда выходной день. Это, ну, скорее всего, лето. Обязательно. И мы, конечно, зависим от погодных условий. Да. Ну, все можно будет увидеть в нашей группе ВКонтакте, на сайте. Обязательно все мы познакомим. Соседи, я спешу напомнить, что у нас продолжается конкурс к 60-летию полета Гагарина в космос. Пойте, читайте стихи, танцуйте, делайте подделки и попадите в эфир НТ. Публикуйте у себя в ленте видео с хэштегами «60 лет в космосе», «Космос с НТ» с 1 по 12 апреля. И лучшие ролики мы покажем в программе «Соседи». Автор самого яркого видео станет героем народного проекта и попадет в прямой эфир НТ. В числе первых наш ведущий Анатолий Акулов. Ждем продолжения от вас и смотрим. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздьями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры. А Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Дорогие друзья, я Денис Яковлев. Хочу пригласить вас на премьеру своей новой концертной программы «Формула любви», в которой прозвучат популярные песни из любимых советских кинофильмов. Буду с нетерпением ждать встречи с вами на сцене Новгородской областной филармонии 10 апреля в 19:00. Серебро – это врожденное благородство и символ материального благополучия. Салон «Серебро» предлагает широкий ассортимент столового серебра и достойные ювелирные украшения. Удивительное разнообразие изделий от булавки до самовара. Большой выбор чайных ложек и ювелирных коллекций. Создавайте свои семейные традиции вместе с нами. Наш адрес – Воскресенский бульвар, дом 1. Театральная премьера в Новгороде. Убойная комедия «Что творят мужчины». В главной роли Сергей Астахов. 8 апреля на сцене Театра драмы. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас? Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети «Аптек Апрель» – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. «Лорак Трейд». Более 1000 моделей велосипедов и самокатов в одном месте. Велосалон «Лорак Трейд». Большая Санкт-Петербургская, 95/1. 27 марта на сцене Театра драмы Евгения Зима с потрясающим новым мультимедийным шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Билеты на сайте afishanovgorod.ru. Приходите, это будет незабываемо.
Только для пайщиков-пенсионеров. Выгода под сбережением 12,5% годовых. В ПК «Звезда» удобно, выгодно, застраховано. 637-650, 637-650. Каждый четвертый новгородец смотрит НТ. Круглосуточный телефон рекламной службы 63 90 30. Продолжаем общение в соседях. Сегодня разговариваем об оркестре русских народных инструментов и о культуре в целом. И несколько минут назад мы с вами поговорили о тандемах, которые в том числе будут на концерте 3 апреля. У меня возник вопрос. Тандем «Русские народные инструменты» и хор ветеранов. Такое вообще возможно, потому что в Новгороде давно ничего особо не слышно. Да простит меня хор ветеранов, если он активно свою деятельность развивает. Но в области я слышу, в маленьких городках хор ветеранов поет. А вот новгородский хор ветеранов, что скажете? Конечно, мы уже делали такой проект в рамках празднования 9 мая. Угу. У нас была обширная программа Василий Теркин, и мы делали с оркестром, наверное, 6 или 7 концертных номеров с хором. Прекрасно. Да. То есть, и пожалуйста. И мало того, что я добавлю, что уже не первый год мы работаем именно с областным советом ветеранов, делаем концерт. Вот у них гала-концерт. Есть фестиваль творчества ветеранов, и у нас на сцене проходит их гала-концерт, и очень они все любят петь с оркестром русских народных инструментов. Мы открыты, рады с ними сотрудничать. И даже у нас был проект «Песня остается с человеком», где исполнители из со всей области могли приехать и принять участие. То есть, если интересен наш тандем с нами, пожалуйста, мы приглашаем хор ветеранов наш новгородский, если они захотят с нами посотрудничать, я думаю, вы можно это обязательно продумать. Спасибо и большое. Запланировать такой концерт. Есть такое мнение, что личность дирижера является определяющей в вопросе, будет ли тот или иной оркестр успешен и на какой уровень выйдет в своей деятельности. Вот я в первую очередь Виталия хочу спросить, согласны ли вы с таким мнением? Вот прям нескромно. Ну, конечно, видение дирижера, оно важно для того, чтобы как состоится какая-то программа, состоится какой-то концерт. Но в целом я хочу сказать, что это, конечно же, прежде всего общая работа музыкантов, общая работа, наверное, даже и всех сотрудников, так сказать, учреждения, которым мы работаем, потому что все направлено на то, чтобы состоялось чудесное какое-то представление, чтобы люди, приходя в филармонию, чувствовали праздник. На это направлено все. И работа звукорежиссеров, работа осветителей, всех билетеров. Ну, что сказать? Конечно, дирижер тоже имеет свое какое-то видение. Но за его спиной стоит большая команда. Да, да, да. Кстати, о праздниках. Давайте еще раз расскажем, что ждет наших зрителей 3 апреля. 3 апреля в 18:00. Юбилейный творческий вечер. Однажды 20 лет спустя. Мы дали такое название этому проекту. Мы приглашаем всех. Билеты в кассе есть. Будет очень интересно. Мы расскажем там как раз все про наш оркестр. От даты создания, с кем сотрудничали, где гастролировали, какие программы создавались. Поэтому приходите, мы вас с удовольствием ждем. Наша программа подходит к концу, и пришло время решить, кому мы подарим билеты в филармонии из дозвонившихся телезрителей. Я напомню, их было двое – Лариса Васильевна и Марина. Да, я думаю, надо и Марине, и Ларисе Васильевне обязательно подарить билеты. Причем давайте мы сделаем такой подарок в честь юбилея оркестра. И билет будет на два лица. Приглашаем. Спасибо огромное. Лариса Васильевна и Марина, наши редакторы обязательно свяжутся с вами и обсудят, как передать вам билеты. Спасибо за такой шикарный подарок. Вам спасибо за сегодняшнюю встречу и прекрасного концерта. И до встречи 3 апреля. Мы придем. Мы благодарим наших гостей и напоминаем, что с редакцией можно связаться по телефону 638-005. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До встречи.